Создали партии, выбрали своего президента, провели референдум. Славянские школьники готовятся стать избирателями. О том, насколько важно пользоваться своим конституционным правом избирать или быть избранным, они говорили на интерактивной игре «Мы молодые избиратели», которая прошла в городском доме культуры. С какого возраста граждане России могут принимать участие в выборах? 18. Молодцы. В интерактивной игре «Мы, молодые избиратели» приняли участие учащиеся 5, 12, 16 школ и лицея номер 1. Ребята отвечали на вопросы, касающиеся избирательного права, а затем сами организовали и провели выборы. Для начала они создали партии, представили свою предвыборную программу, а также лозунги, с которыми пойдут на выборы. Мы за равенство, мы за свободу, мы за голос, мы голос дадим народу. Каждая партия выдвинула своего кандидата на пост президента. До решающего этапа голосования компетентное жюри допустило только две кандидатуры – Глеба Шеховцова и Екатерины Пилющенко. Затем состоялись выборы с урнами, бюллетенями, наблюдателями и счетной комиссией. В итоге в президентской гонке победу одержала Екатерина Пилющенко. По итогам игры ребята получили памятные подарки. Кандидаты в президенты награждены грамотами Управления по делам молодежи, а школам вручены дипломы участника игры о территориальной избирательной комиссии «Славянская». Подобные мероприятия помогают школьникам узнать о процессе выборов, понять его суть и значимость голосования для будущего страны. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».